Пашу наверняка ждет петля. Кто знает, что было бы со мной, если бы он не вытащил меня. Красный, синий, желтый, какая разница? Он рисковал своей жизнью ради меня. В метро такое случается нечасто. Я не могу его тут бросить. Итак, ребят, всем привет, мы продолжаем проходить метро Last Light. Артёмыч, я знал, что не бросишь меня. Мы ж с тобой как эти, как мушкетеры. Один за всех и все за одного. Я тебе по гроб жизни. Достань только меня отсюда, а я тебя к твоим выведу в два счета. Дьявол, это за мной. За мной идут. На вешалку. Давай, брат, не подведи. На тебя вся надежда. На выход, крыса краснопузая. Ребят, чего вы, ребят? Я уже причем уродился. Да при том, чмо, что мать у тебя ничего вроде. Нормально. Обрати мне к уродам. Так, ладно. А значит, что? Что? Что либо ты тоже с уродства, либо мать твоя шлюха. Ах ты. Ну давай, скажи. Моя мать шлюха. Говори, дрищ. Иначе ты у нас получается уродом, раз твоя мать уродов рожает. Нет. 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 Моя мать шлю. Вот, что и требовалось доказать. Раз она шлюха, значит, скажи маме, мы зайдем в гости. И ты еще только вякни что-нибудь про моих детей, ублюдок. Понял меня? Вякни, и мои следующие дети будут твоими братьями. Эй, эй, погодь, не убивай его. Мне в сортир сбегать, вернусь тогда. Зря ты его отпустил. Еще пару минут подушил бы. Мы б с мужиками по патрончику поставили. Ладно, в другой раз. О, хорошее действие, ребят. Я не думал, что получится хорошее действие. Светить я не хочу. Закрыто, закрыто тут. Я не хочу светить. Ладно, подсвечу. Но пока тут нигде никого нет. Это ничего не видно, блин. Уродов рожает. Нет. 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 Моя мать. Шлюха. Вот. Тут без охраны. А что ему сделается? Ключ-то только у меня. Ты хоть бы рассказал, что там. А то секрет, секрет. Да какой секрет? Ствол там. Я его с одного из полисовских рейнджеров снял. Ну, тех, что на прошлой неделе завалили. Навороченный. Молоток. Внимание, проверка постов. Ферма, есть кто живой? Задолбали уже. Пойди ответь, а. Че это? Я в тот раз ходил. Делов-то. Ладно, сам скажу. Два хороших действия, ребята.
что-то там. Что? Стоять! Кто? Почему? Ладно. Ладно, сам скажу. Ну, в принципе, два хороших действия за эту серию. Неплохо. Почему не крался? Почему не крался? Я даже не вставал. Ладно. Опта. Ладно, сам скажу. А? Это что? Там. Такое. Ничего. Почему, когда он оглушается, он, блин, не садится обратно? Что? Что там? Эй! Тихо. Грибы какие-то не те, что ли? Почудилось? Что? Так-так. Это крыша. Вроде со слухом у меня порядок. Были же шаги. Крыса. Показалось, все-таки. Может, конечно, и крыса. Куча просто... Тревога! Командирки! А? Ну-ка. Надо же поменять его под патроны давать. Хорошо бы. Ой, ёпки. Хорошо. Лагерь отправляю. Так, давайте... От него хоть польза тут здесь пройдем по линии. Мало ли что урод. Ничего, скоро нормальных электриков наберем. Янзу с дрючим, будут тебе и электрики, и шлюхи, и чё. Шёл, собака. Красные атакуют! Кто красные? Шёл? Где красные? Кого, кого? Тревога! Красные! Где красные? Да где они? Здесь! А как они меня обнаружили? То есть... Чё за бредятина вообще? Ладно, как они меня увидели? А может быть просто наплевать на него или... Пройти здесь. Хрена лысого тут закончить. А я говорил. Нечего того с клешня было в концлагерь отправлять. От него хоть польза тут была. Мало ли что, урод. Ничего, скоро нормальных электриков наберем. Ганзу вздрючим, будут тебе и электрики, и шлюхи, и чё хочешь. Все бесплатно и круглосуточно, но позже. А пока вон поди, на мост сгоняй. Глянь, что там дымит. Тревога! Тревога! Кто? Тревога, враг! Что? Где? Откуда? Коммуняки! Откуда как сам они знаю, ясно? Видит его кто? Поняли, что
Прячется мутант. Значит, труп. Я не понимаю. Камуляки. Ладно, сам скажу. Кто? Что за мана? Оптор. Ладно, сам скажу. Что? Оптор. Ладно, сам скажу. Тут закончу. А я говорил, нечего вас лишнего было в концлагерь отправлять. От него хоть польза тут была. Мало ли что, урод. Ничего, скоро нормальных электриков наберем. Ганзу вздрючим, будут тебе и электрики, и шлюхи, и чё хочешь. И все бесплатно и круглосуточно, но позже. А пока вон поди на мост сгоняй, глянь, что там дымит. Сам бы пошел да глянул. Видите, тут даже за обычные разговоры могут получить, можно получить эти вспышки, офигеть. Для чего мелочи? Здесь непонятно. Тревога! Вон я же обнаружил. Объясните, пожалуйста. Я, блин, туго ударился, блин, рукой. Я просто не понимаю, как меня обнаруживают и кто меня обнаружил. Все накрылось. Все, все самому надо. Что? Кто там? Ты кто такой? Красиво. Все, кранты, шарманки. Можно закапывать на. Вот он не пригнулся. Что ищем? Кого разыскиваем? Так. Мне бы ПНВ-ху, но ПНВ-хи у меня нет. Кто? Шорох. Или показалось? Интересно, что интересно. Это? Так, он снизу. Показалось. Вы какие-то не те, что ли? Почему? Ну и сколько же. Тут уже и начальству, кажется, обрадуюсь. Не то что классно. Просто пройду мимо. Конечно же, я не увижу. Что такое? Скоро. А? Кто это? Интересно, что? Короче, не стоило мне включать этот. Вырубать. Ну как меня спалили за считанные секунды?
Так. Берик, открываю вот эту дверь. А? Кто это? Мужик, пощади, не убивай. Бери все, все, что есть, только не убивай. Прошу, не убивай. Над своими же издевается. Паплы. Как же я ненавижу эту жизнь. Люди, что звери. Я не знаю ничего. Все? Оставь меня. Я молчок. Ненавижу их всех, чистокровок. Забирай все и оставь меня в покое. Все, все. Не бойся, человека пристрелить. Такого ничего не стоит. Все, все, все. Прошу, не убивай. Да не буду убивать тебя, все. Хорошо, лейте. Повышенная готовность. Посторонние на объекте еще не пойманы. Сохраняйте бдительность. По подозрительным лицам огонь на поражение. Смена караула через полчаса. Слыхал? Ты б хоть ствол достал по уставу. Стоишь тут как пугало. Мой ствол у меня в штанах, а твой в борделе остался. Вот он тебе поможет. Ствол этот, когда красный за жопу возьмут. Юморист, мать твою. Надеюсь, не вот туда. Блин, не вправо, не в правую сторону. Ладно. Черт вашу. Психики. Они тут прямо сидят. А мне надо туда. В эту дверь. Ладно. Шурухну взял. А я сразу запалят мне. Сейчас стоп, может быть тут. Всё? Да. Опять вырубил. Что со светом сегодня? Глянь в курилке, а? А я пока кнопки тут понажимаю. Не те, что ли? Почудилось. А я пойду проверять? Как я думал. Опасное место. Это еще кто? У меня все четко. Все четко у него. Ну давай. Черт, дьявол! Убит! Коммуняки близко! Найду, точно найду. Ну я тебе... Нету. Ну пошли зарабатывать новые нашивки. Раз сюда добрался, значит непростой. Так что аккуратно. Ладно, аккуратно. У меня чисто. Да чего там с ними осторожничать? Тут чисто. Ну знаешь. На мосту было чего. Да кто на мосту? А тут так. Ну, прячется хорошо. Тут пусто. Перезаряжаюсь! Не, как мне. Просто ты туда. Все хорошо так простелся, чтобы меня никто не заметил.
Может быть, есть другой путь? Не обязательно прям через них идти. Тенечки. Ха. Эй, там вроде. Да блин, а как я пойму то, что там чел-то был? Для сериала. Я же через сквозь стены не вижу. Ладно. Так. А, он присесть решил. Кто идет? Че ты скучаешь? Спокойно. Ушел. Я не понял, в чем он копошился, но... Найду, точно найду. Вот же свинья! Видимо, труп нашли, вот и все. Где? Ничего. Ну где эта свинья найдешь? Зарылась? У меня на мутантов чутье. Я тупил. Надо бы проходить сюда, блин. Ладно. Ну чё, получится, нет? Что-то барана. На сверх гасить я не буду, а то они... Шорт, что? Кто-то... Так. Никого нет. Хранение, хорошо. Что такое? Шорох. Да блин. Напугает, блин. Я ничего не вижу в этой картине. Считай. Хорошо, действие. Хотя не вруби, это я ничего не вижу. Хотя это и так ничего не ощущает практически. Может так увижу хоть что-то. Понял. Я, блин, ничего не вижу. Что? Я пустой! Понятно. Лови игра! Блин. Да я не вижу ни черта. Мне бы ПМВ. Но то вспышка ты отключаешь. Я понял, да. Я в стену уперся, я ничего не вижу. Что, куда идти-то? В какую сторону? Сюда? Я ничего не вижу. Ага. Что делаешь? Ну ладно. Подрядиться можно.
еще вниз. Полевой суд над арестованным шпионом красной линии начинается. Всем подданным рейсам, свободным от трудовой повинности и дежурства, рекомендуется явиться. Идешь на мир? Я вряд ли живу. Да я насмотрелся в лоб. А вот сына бы сводить надо. Выделываешься, что ли? Учебниками. Вот и покажу вам ответы, чем больше прикончает. Приведешь, а его помилуют еще. И тоннели вы. Помилуют, ага, ща. Петля же ждет. У нас без сюрпризов. Да что там смотреть вообще? Дергается по ногам, моча течет. Тоже мне зрелище. Крысы. Чего мы не видели-то? Для тыловых крыс самое оно. Дисциплинируют очень. Ладно, хрен с ним с краснопузом. Может, с козла пожарца? Ставлю патрон. А, хорошая вещь. Не, ну чё за тема? Ждать их, чё-то охранять. Только Шейгель здесь на бабосу стоит, это да. А тут... Я не пойму, это чё, это кто? А чё я нарушить-то не могу? А. Открыть эту решетку. Никак. Почему никак я эту решетку не открыл? Открой эту решетку, я хочу пройти дальше. Смотри, тут есть это. Тут лестница наверх. Алло. Почему, блин? Вовремя я в армию пошел. Вовремя. Что там? Что там? Надо по заводу завязывать. Ну давай вот этот вырубим. Вот этот. Что? А его по барабану видим. Окей. Что? Эй! Что? Кто там вроде? Так-то... А, там вот это, знаешь, что я. Блин, серьезно? Что? Чё, такое? Окей. Я вон что думаю. Может быть это, сейчас я вот сначала дальний свет вырублю. Аккуратненько. Что здесь? Он рискнул. Эй! Что такое? Вроде со слухом у меня порядок. Ничего. Лишь шаги. Кто это там? Не полейте, прошу, мальчик. Или вы какие-то не те, что ли? Дальше? Почудилось. Ну и слава богу, что почудилось тебе. Я в темени вообще ничего не вижу. Я говорю, первое надо. Я, конечно, тут вижу. Крысы? Может, конечно, и крысы. Это... Чёрт. Что это такое?
всегда. Вот карта. Так, там никого нет. Давай, проклятый мать! Заклеймённый! У-у-у! Весь мир голодный! Болевой зон над арестованным шпионом. Отлично! Свободным от трудовой повинности и дежурства рекомендуется явиться. Хорошая действие, ребят, кстати, было. Ну вот, подохнет сейчас, и все. Убит! Я вытащил Пашу из петли, а он обещал доставить меня как можно ближе к полису. Дальше все ясно. Я найду там людей из Ордена и сообщу им о том, что случилось. Но путь к легендарной театральной лежит через катакомбы. Я никогда раньше не бывал в этих местах, и без своего нового друга, думаю, наверняка тут потерялся бы. Надеюсь, он знает дорогу. Так, все, ребят, давайте на этом с вами закончим и продолжим уже в следующей серии. Ну, что я могу сказать, сложновато было эти по стелсу, но мы справились. Ну что ж, всем спасибо, всем пока.